Недавно я задумался, почему так популярны разного рода теории заговоров, конспирологии. Не просто теории заговоров и конспирология как таковая, а теория заговоров и конспирология, которые при этом имеют, ну, очень уж специфическую стилизацию. Что я имею в виду? Я имею в виду достаточно типичные вещи для конспирологии. В конспирологии очень часто тем или иным элитам придают те или иные специфические статусы в каких-то оккультных организациях, в каком-либо оккультизме, в каких-либо религиозных сектах, в повязывании какими-то экзотическими вычурными наркотиками. Естественно, если взять книжку «Виртуальное правительство», туда приплетается и педофилия, и не только она, но и ритуальное насилие разного рода. Конечно, это все звучит занятно, но главная беда конспирологии в том, что конспирология никогда не видит то, что происходит под носом. А суровая и грустная правда заключается в том, что ничего этого для повязывания не нужно вовсе. Обычные экономические преступления, обычные заказные убийства взрослых людей, занимающихся бизнесом, вот и все. И более того, это все лежит на поверхности, все об этом говорят, это у всех на слуху. Даже если заказчика не находят ни год, ни два, ни десять, всегда известен выгодополучатель, который прибирает к рукам тот или иной бизнес или летит в политике хорошо. Но конспирологам нужно делать из этого каких-то злодеев Яна Флеминга, которые должны обязательно состоять в каких-то тайных организациях по чипированию всего населения планеты и прочего дерьма.